Меня зовут Ахунова Хабиба. Я из города Ургенч. Мне 22 года. Учусь в университете в Урду. Я с детства интересуюсь, а также разбираюсь в технике, поэтому... А также я люблю рисовать дома. И хотела объединить эти две сферы. А потом в интернете нашла такую профессию, которая называется графический дизайнер. Это человек, который рисует в компьютере с помощью программы Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign и также Figma. Вот в этих программах мы можем рисовать. Когда я нашла эту профессию, я обрадовалась и начала искать это в городе, где можно обучаться по этим курсам. А потом нашла дату, обрадовалась, а потом пришла сюда учиться на тех курсах. Помимо этой сферы, я интересуюсь чтением книг, рисованием, готовкой, а также английским языком. Дома я готовлюсь к IELTS-у самостоятельно. Для того, чтобы бороться с ленью, я всегда устанавливаю свои цели и люблю ценить свое время. Поэтому я стараюсь всегда не лениться и для того, чтобы достижение своих целей, я ставлю ежедневный план, какие проекты или же какие работы я на один день должна сделать. Поэтому у меня нет времени, чтобы лениться. Я не могу допустить лень. Мой режим дня состоит в основном. Я делаю домашние дела дома, а также готовлюсь к IELTS, чтобы поступить в ближайшее время. И, конечно же, занимаюсь графическим дизайнером, работаю в программе Adobe Illustrator. Если честно, я не всегда хочу делиться с целями, которые я установила на будущее, но, так же, как вы спрашиваете, я хочу поступить в магистратуру в интернационального маркетинга, но в зарубежной стране, не здесь, в ближайшем будущем. Но для этого, для этого я должна сдать IELTS и получить желаемый результат.